участвую в программе «Ты предприниматель» уже не первый раз. Больше всего мне дает это знакомство с такими же молодыми предпринимателями. Дает какие-то знания по тем областям, которые необходимы каждому предпринимателю. Когда я работал сам на предприятии, то не было где играть компаниями и организациями. Поэтому я подумал, что было бы здорово организовать такую лигу. Сделал это. Уже проходит второй сезон корпоративной волейбольной лиги. Участие принимают 10 команд. Все команды разделены у нас на 2 дивизиона. Там они играют по системе каждый с каждым. То есть одна игра в выходной день. Участвуй в программе «Ты предприниматель». Реализуй свои мечты, а не чужие.